Всем привет! Вы на канале Крипто Даша, и сегодня у меня будет новый обзор на свежий проект, который только запустился. Это проект про Лава Ину, но, как всегда, сначала напоминаю, что на своем канале я никогда никого не призываю инвестировать. Я только делаю обзор, знакомлю вас с проектом, поэтому куда вложить свои деньги, вы решаете только сами. Итак, проект уже запустился, и их цель – достичь рыночной капитализации в 1 миллион долларов менее чем за 72 часа. Лава Ину – это управляемый сообществом справедливо запущенный токен DeFi с тремя ключевыми функциями, такими как отражение, запись и автоматический пул ликвидности. Купить их токен можно на PancakeSwap, также график токена можно посмотреть на сервисе PoCoin. Итак, далее посмотрим подробнее, что же предлагает нам данный проект. Во-первых, это предоставление ликвидности. Это значит, что система LP была создана для поощрения держателей, которые ищут стабильную долгосрочную прибыль от Лава Ину. Здесь налог взимается с транзакций, чтобы увеличить LP в пуле и создать очень твердый нижний предел для цены. Кроме того, это обеспечит надежный амортизатор цен, если киты решат получать периодическую прибыль. Это будет служить поддержкой поставляемого LP и увеличит общий LP за счет добавления налога к общему пулу ликвидности. Следующая функция – это автостейкинг. То есть здесь можно получать пассивный доход, просто будучи частью токена Лава Ину. Все держатели Лава Ину получают взвешенную распределенную часть 5% налога с каждой транзакции. Таким образом, как держателю, вам не нужно делать ставки вручную. Средства автоматически переводятся прямо в ваш кошелек. Также следующая функция – дефляционная. То есть дефляционная система Лава Ину не похожа ни на одну другую. При общем объеме предложения 300 триллионов токенов Лава Ину, каждая транзакция в блокчейне Лава Ину облагается налогом в размере 5%. Это означает, что каждый раз, когда транзакция осуществляется с использованием Лава Ину, с транзакции взимается налог в размере 5%, который потом распределяется между держателями. И они считают, что это лучший вариант, поскольку эта дефляционная система умного сжигания вызовет уменьшение доступных токенов Лава Ину и вызовет еще более рост стоимости токенов Лава Ину. Далее посмотрим преимущества проекта. Во-первых, преимущество заключается в его сообществе, и они гордятся своим сообществом и общим видением, которое было создано людьми и для людей. Далее это благотворительность Лава Ину. Здесь Лава Ину выделит 5% токена исключительно на благотворительность. И также устойчивость проекта. Они взвешивают последствия любого предпринимаемого действия и придерживаются долгосрочной стратегии. Что же касается токеномики, посмотрим. Как я уже говорила, общее предложение – это 300 триллионов токенов. И распределение идет следующим образом. 5% идет на маркетинговый кошелек, 20% сжигается и 75% ликвидность PancakeSwap. Ликвидность заблокирована на 1 год. Что касается налогов, то здесь 2% автоликвидность и 3% распространится всем держателям токена. На сайте проекта также есть дорожная карта со всеми планами по развитию. И, конечно же, их сообщество в Twitter и Telegram. Присоединившись, всегда можно быть в курсе всех важных новостей и обновлений. Вся подробная информация будет в описании под видео. На этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на мой канал и увидимся уже в следующем видео. Всем пока!